Добрый день. Я в офисе сейчас нахожусь и как раз хотела подтвердить ситуацию с обменом владельцев счетов. Как нам быть? Все, кто хотят заменить на своих счетах имя титуларыш владельцев, и те, которые не хотят заменить и оставить на своем имени, должны писать заявление на почту, которую я оставляла выше. legal@idigle.com. Форма, которую я выставила выше, она рабочая. Эта форма, ее можно заполнять. Значит, что нужно писать? Все те, кто не хотят передавать свои счета другому владельцу, просто пишут. Я выставлю чуть позже форму эту, что я хочу соединить эти счета с моим главным счетом. Да? То есть ваш аккаунт верхний, он поглотит эти два. Не будет автоматического поглощения счетов. В силу определенных позиций международного законодательства нельзя автоматом никого это обязать сделать. То есть каждый должен написать заявление. Либо соединяет счета, либо эти счета переходят на имена других владельцев. Я надеюсь, это понятно. Нет спешки сегодня, завтра обязательно это делать. Давайте дождемся пятницы. Почему? Потому что наше руководство на сегодняшний день находится в Дубае. В пятницу возвращаются. Сегодня вот я уеду из офиса, подробнее распишу, расскажу, как это делать и что нужно закончить до 24 числа. В этом нет необходимости звонить и дергать сейчас. В любом случае 24 числа выходит монета на рынок. Нам заменят по счетам, потом их соединят. Все равно технически это делается под руководством нашего директора исполнительного. И он будет только в пятницу. Поэтому я приеду домой, спокойно объясню форму, какую нужно сделать для того, чтобы те, кто не хотят передавать счета, соединили свои деньги на едином верхнем счете.